да? Сейчас посмотрим. О, ничего себе так. Вот такой, о, смотри, какой здоровый. А, это не относится в ту сторону? Возможно. Там же это продолжение получается, да? Наверное. Ага. Получается, кусок. Да, да, да. Да, людей нет. Ну, в смысле, людей нет, говорю, в этом океане нет. Не в океане, точнее, а вот. Так, о. Такой вот бассейн у нас. Тут, друзья, решили наконец-таки узнать, что же тут происходит в этом отеле. В смысле, происходит насчет бассейнов, что тут есть. И вот такая вот здесь ситуация творится. Ну так, так. Людей очень много. Ну пойдем, людей Я много. Давай пойдем посмотрим. Это не к тому относится, не получается? Нет? Ага. А, у того. Да, 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 да. Ну все, значит, это к этому относится. Видишь, барни. Так, какие вот каковы цены? Примерно. Цены такие средние. Пепси 1,50, всякие эти. Вода. Около 1,50. Ну вот, в общем, 1,5 евро бутылка воды. Понятно. Все. Все понятно. Друзья, вот такой вот комплекс, этот Blue Sea называется этот отель. Номера здесь стоят 20 евро. Ну, примерно, иногда бывает и 25, иногда бывает даже дешевле, чем 20. В общем, туда-сюда 20 евро стоит. Тут у него два корпуса. В одном корпусе все просто уничтожено, разбито. Выглядит все очень плохо в том плане, что практически все номера, во всех номерах что-то досломано. Вот в этом же корпусе, во втором корпусе, более все выглядит нормально и очень даже приятно здесь находиться, что в самих номерах, что в самом отеле. Кроме, конечно, вот этого заселения ужасного, которое длится. По крайней мере, наше заселение длилось 5 часов. Здесь бунты уже поднимались, здесь ужасно, что творилось. Вот. Лифт работает в этот раз? Нет. Опять не работает? Вот такие ситуации. Пойдем там тот лифт посмотрим. Ну, вон там же лифт. Вот. Такие вот вещи тут творятся. Поэтому разные ситуации, разные вещи. Работает? Да, работает нормально. Такая вот ситуация. Так, едем, едем, едем. Вот, и что еще насчет этих отелей? В общем-то, они все здесь такие отели. Здесь интернета нет, но по большому счету, если за 20 евро живешь, то как бы так нормально, скажем так. Конечно, если сравнивать с другими местами, в некоторых бывает за 20 евро. Это же 3 звезды здесь. Да, иногда бывает за 3 звезды, но реально нормальный отель. Иногда бывает 3 звезды какой-то уничтоженные, непонятно что. Как, впрочем, и за 4 евро, и 4 звезды тоже такое бывает. Так, а где этот номер наш? Ключи. Какого? Вот где этот ключ? Ну. Так, пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся, этот отель называется Blue Sea, на booking.com, если вдруг вы его захотите снять, это один из самых дешевых отелей здесь на Мальте, Сан-Джулианс называется это место, смотрите Анзор ТВ.